29 апреля на базе спортивного комплекса детско-юношеской спортивной школы города Невельска проводилось открытое первенство по тхэквондо. Для 70 воспитанников отделения тхэквондо в возрасте от 6 до 14 лет это мероприятие стало экзаменом. Дети должны показать, насколько усвоили и могут применять на практике знания, полученные в ходе систематических занятий в этом виде спорта. Особенно за своих юных спортсменов переживают тренеры. Игорь Маслаков сам являлся воспитанником дюш отделения тхэквондо, добился высоких результатов, неоднократный чемпион Дальнего Востока и международных соревнований. Теперь сам делится своим опытом с будущими чемпионами. В настоящее время учится в Сахалинском государственном университете и ведет группу детей в Невельске, как тренер-общественник. Это все идет с опытом, конечно, это просто так не приходит само собой. Это годы работ, работы, работаешь, и с детей развиваешься, и учишься с ними. В этот день ребята сдавали технический комплекс Пхумсе. Оценивается сила, скорость, это выражение энергии, координация, то есть он, как он бьет ногой, шатается, не шатается, как он возвращается в стойку. После каждого удара мы смотрим, как он вернулся, правильно или неправильно, широкое, узкое. За это тоже снимаются определенные баллы. За мелкую ошибку 0,1 балла, а за грубую 0,3. Также и презентация, но презентация начисляется уже. Для Артема Нуриева эти соревнования первые в его жизни. Чтобы показать то, чему его научили тренеры, ему потребовалось 3 года упорных тренировок. Я плохо выступил, потому что я волновался. Несмотря на допущенные ошибки, у Артема 2-й результат в своей категории. Во второй части программы ребята участвовали в спарринге. Ни один юный спортсмен не остался без наград. Таков был замысел организаторов соревнований. Ведь для кого-то эта медаль первая в жизни. Есть куда стремиться в постижении восточных единоборств. Это соревнования стартовые. Они очень важны. Важны как для самих детей, как для родителей, так и для тренеров. Это своего рода такой индикатор показания, насколько ребенок психологически готов выступать. Насколько технически готов поступать в дальнейшем на более крупных соревнованиях. С 1989 года в Невельском районе существует направление восточных единоборств тхэквондо. Это отделение в детско-юношеской спортивной школе занимает лидирующие позиции по количеству воспитанников. Основателем этого вида спорта является Алексей Ким, который по-прежнему возглавляет Сахалинскую ассоциацию тхэквондо. Виталий Войко, Евгений Романенко, Невельские новости.